Доброго вечора всім меломанам, музикантам та поціновувачам якісної музики. Вже за гарною традицією ввечері вихідних ми знайомимо вас із оригінальними музичними гуртами та виконавцями нашої рідної країни. Сьогодні до нас завітала вже добре вам відома співачка, піаністка, зрештою авторка та виконавиця Маша Чайковська. Марія, доброго вечора. Доброго вечора. Ти неодноразово була в гостях у нашого ефіру, в наших ефірах у різних варіаціях складу Марія Груп, також у дуеті з Гушою Катушкіним. Сьогодні ти перебуваєш у гастрольному графіку і також не сама, ти гастролюєш з бас-гітаристом та барабанщиком. Втім, на афішах зазначено лише твоє ім'я. Чи можна сказати, що ти вже вдало зробила своє ім'я таким музичним брендом та почуваєш себе впевненою фронтвумен? Ну, что-то в этом есть, да. Что-то я відчуваю. Ну, как бы Мария Групп это уже давным-давно как-то отошло. И в то же время состав моих музыкантов не изменен. Но так как я играю еще не только в составе музыкантов, а еще играю сольные концерты, вот так, как сейчас ты можешь меня наблюдать, я играю на пианино и пою, то было принято решение мной, да, писать мое имя на афишах, ну, чтобы не было какой-то такой путаницы. Но в гастрольном графике на моем сайте я всегда уточняю, это будет акустический концерт или я играю в составе, полном составе музыкантов, как-то так. Чи довгим та тернистим був той самий шлях до такого певного визнання? І наскільки тобі було складно? Що вже є певне визнання? Так. Можна з впевненістю сказати, що у Маші Чайковській є певне визнання? Ну, так, да, звісно, все було непросто. Ну, наприклад, щоб записати свій перший дебютний альбом із «Тишини» в 2011 году. Я, например, уехала на полгода в плавание, в океаны бы, и стала моряком. На роздумы, так? Ну, не то, что на роздумы, я поехала деньги зарабатывать. Вот. Сказать, что это было легко, конечно, не сказать. Но надо очень трудиться, чтобы добиваться осуществления своей мечты. Ну, тим не менше, вже є певний результат на шляху до здійснення мрії. Маш, ми тебе раді сьогодні бачити як сольну виконавицю. І я прошу тебе виконати твою першу композицію на сьогоднішній вечір. Добре, добре. Знаєш таку пісню «Мости»? Можливо. Ну, кивні. Це «Мости». Я шла одна вдоль по обочине, стрелки вверх и вниз, длиннее, короче, и искала, где сходятся линии, словно на воде лилии. Наши якоря с цепями прочными в небо измерить их тишиной многоточие, там на самом дне, под волнами синими, долгожданными ли. Стали мне сегодня дороже, чем ты, мосты. Стали мне сегодня дороже, чем ты. Стали мне сегодня дороже, чем ты. Смотри вокруг, они разлетаются птицами из рук, и не возвращаются, их не удержать белыми крыльями над дорогами пыльными. И я иду одна, высоко
стали мне сегодня дороже, чем ты. Стали мне сегодня дороже, чем ты. Стали мне сегодня дороже, чем ты. Стали мне сегодня дороже, чем ты, мосты. Стали в эту ночь мне дороже, чем ты. Стали мне намного дороже, чем ты. Ми ж поговорили про те, що перед концертами на своєму сайті ти завжди зазначаєш, те сольний це буде концерт чи у повному складі музикантів. Щодо музикантів, чи є наразі постійний склад музикантів, з якими ти працюєш, чи працюєш все-таки із сесійними музикантами? У мене незмінний состав з 2011 року. 2011 року? Так, да, незмінний состав тріо. Зі мною грає Євгеній Чернобровгін на бас-гітарі і Константин Шепеленко на барабанах. І ще я виступаю с Гушей Катушкиным в дуэте и сольно. Поговоримо про концерт у Дніпропетровську. На ньому ти виконала пісні з дебютної платівочки 2011 року із «Тишини» і декілька свіженьких пісень. Чи плануєш наразі роботу, чи працюєш над другою платівочкою своєю? Так, да, я працюю над двома альбомами одновременно. Я уже хотела выпустить в 2013 году альбом, но так получилось, что мы вместе с Гушей Катушкиным решили выпустить альбом, и эта работа была протяжением где-то, наверное, около 2 лет. И наш альбом «Красота 13» вышел в начале 2014-го. Ну а моя работа над альбомами «В городе остывших морей» и «Итака», они продолжались. И продолжаются. И сейчас уже у меня, в принципе, синглов выпущенных хватает на 2 альбома. Но чем они будут отличаться? Вот, «В городе остывших морей» — это будет акустический сольный альбом, где я буду играть и петь под рояль. Там будет где-то 14-15 песен. А альбом «Итака» — это альбом в электричестве, очень мощный, таких крепко продуманных аранжировках в составе многих музыкантов. Он тоже в работе, уже где-то 40% его записано. Я думала даже вот сейчас выпустить «В городе остывших морей», но мне немножечко не хватает вдохновения, чтобы такую вишенку в тортик поставить, последнюю там песенку дописать и уже выпустить. Поэтому я решила сделать пару концертов, так как я сейчас очень много месяцев была в студии, работала над альбомом, я немного устала, и мне захотелось теперь концертов поиграть. Так вот только как щелкает у меня вдохновение, я думаю, «Город остывших морей» выйдет.
Зараз є досить популярним серед українських гуртів та виконавців записувати або робити мастеринг за кордоном в США, в Англії. Так, да, правда? Так. Щодо твого альбому, записувала його в Україні? Да, довіряєш вітчизняним студіям звукозапису? Так, да, так. Да. У нас в Харкові є прекрасна студія. Но я ее называть не буду, потому что имела неосторожность ее пару раз назвать. И в нее уже сразу все хотят попасть. Порынула так. А я настолько много хочу получить от этой студии, а в большей степени от директора этой студии, звукорежиссера моего, друга, музыканта, который играет еще на многих инструментах, в частности, там на гитарах разных красивых. И без него, конечно, бы эта студия, она не имела такого высокого уровня, можно так сказать. И я у Сережи Флэнджера записывала первый альбом. Мы записывали как раз 113 у него. И понимаешь, мы уже так срослись, что я прямо не вижу сейчас для себя возможным уехать куда-то записывать в другое место. Пока что мне интересно. У меня мама близко, она меня может покормить, и я могу выспаться и пойти продуктивно поработать. Но, возможно, дальше какие-то мои альбомы я буду экспериментировать и со звуком, и с местами, где я буду их записывать. Но пока что вот меня устраивает, и я пишусь в Харькове. Зручно та якісно, так, да. У Харькове. Да. Ну что ж, Маша, настав час для наступної пісні від тебе. Що це буде за пісня? Это будет песня «Нитью». Разорваны дни, разорваны сны, разорвана ночь. Но как тут собрать, но как тут собрать, но чем тут помочь? Я буду ловить, губами ловить тебя. Я буду просить, руками просить тебя. Я буду тонкой нитью на твоем запястье. Не снимай меня, не позволяй упасть мне. Я буду тонкой нитью, чуть заметно красной. Не срывай меня, не убивай напрасно. И просыпаясь с утра, ты держи меня под шум городов. И одевайся с утра, ты спрячь меня в тени рукавов. И пусть говорят, что все унесет водой. Не верь никому, я буду всегда с тобой. Позволяй пасть мне, я буду тонкой нитью, чуть заметно красной. Не срывай меня, я буду тонкой нитью на твоем запястье. Не снимай меня, не позволяй пасть мне, я буду тонкой. Thank you.
продовжуємо спілкування із співачкою Машею Чайковською. Маш, свого часу музичні критики вдавалися до таких цікавих порівнянь в адресу твоїх талантів, називали тебе як і сучасною Едіт Піаф, так і Вакарчуком у спідниці. Чи доводилося тобі ще чути такі якісь цікаві, нетривіальні порівняння у свою адресу? І як ти до них ставишся? Я даже не помню. Много всех. Ну, человек свойственно сравнивать. Но я так понимаю, что это весьма приятно. С Эдит Пиаф и Нова Карчука. Я вообще люблю очень творчество. Как и анализы с Нового Карчука тоже. Ну, а кого еще, я, честно, даже так и не вспомню. Ну, приятно, конечно. Звучать такие цікавенькие, так, порівняння? Ну, да. Я, правда, сегодня не спела на украинском языке, но, может, еще спою. Очень-очень люблю петь на украинском языке. И где-то, наверное, пересекается творчество. Потому что я вся школа, все детство прослушала Кеннельзе в ушах своих в плеере. Ну, это имеет место быть, конечно. Так, ми підгадили у твоєму гастрольному графіку, що 8 березня ти порадуєш киян та киянок своїм концертом. Да. Це звично для творчих людей, для музикантів, що свят немає, є лише робота. Чи найкраще свято все ж таки давати власний концерт? Звісно. Звісно, це найкраще. Ну, ти скучаєш, сидиш вдома в праздники. А якщо тебе ще плохо поздравили, наприклад, 8 марта, не ті цвіти подарили, не той подарок, на день рождения, наприклад, там что-то накосячили. То лучше, конечно, выйти на сцену и сыграть концерт, потому что ты ощущаешь, что ты имеешь моральное право ходить дальше по этой планете. И ты что-то сделал, а не просто так. Ну, вообще, если прекрасная организация твоих друзей какого-то праздника, то можно позволить себе, наверное, отдохнуть и ощутить любовь близких, но все-таки для меня концерты — это самое прекрасное. Каждый концерт для меня — это как 8 марта, как день рождения, как еще какие-то такие прекрасные события. Чи готовишь для киянок с приводу свята якийсь подарунок музичный? Ну, мои подарки, они, с одной стороны, однообразны в плане, что я дарю новые песни. Но это же новые песни, как же тогда это однообразно? Это же новые песни. И что я еще могу подарить? Ну, новенькое платьице какое-нибудь одену. Это будет какой-то подарок. Ну, я всегда к каждому городу, на самом деле, готовлю определенную программу, потому что я могу себе это позволить. У меня очень много уже песен и в интернете, которые знают и ждут. Ну, вот я посчитала где-то там около 70 песен. Я могу выбирать совершенно любые какие-то комбинации. И я верю в то, что у меня все-таки разнообразные в разных городах и в разное время концерты. То есть разные программы. Ну, гастрольний графік взагалі своїм таким динамічним режимом, він виснажує. Чи є у тебе якийсь такий певний рецепт, як вберегтися від перенавантаження і як відпочивати таки у турі? Да. Є такий момент все-таки, що голос дуже устає. І у мене достатньо хрупкий голос. Я не можу багато концертів грати підряд, я дуже викладаюсь. Чувствую, что не могу этот момент контролировать эмоционально. И если 4 концерта, например, я очень устаю. Маму стала с собой я брать в гастроли, чтобы немножечко как-то выживать. Отвлекаться, так? Мама со мной теперь ездит, когда у нее есть свободное время от моей младшей сестры, которая пошла в первый класс. И вот я уже говорила, что для себя я сейчас поняла, что вот месяц я играю концерты, и месяц, например, в студию иду работать над альбомом. Ну и как-то вот нормально для меня это. Вот не там, не скучно везде, все прекрасно. Маш, чи є у тебе концертний директор? Адже важко уявити, що така тендітна дівчина займається і організаційними, і кадровими, і музичними питаннями. Я розумію, що важко. Але ти уяви. Але вдається, але так? Але ти уяви. Це так і є. Ну, мені легше где-то контролювати всі моменти на всіх етапах производства. Я знаю, що чого чекати. Коли багатьох людей
многие люди тебе, ну, помогают, они, с одной стороны, это делают от души, но потом не всегда это красиво все получается. Но я с удовольствием всегда помощь принимаю от своих друзей, если они помогают в организации каких-то концертов, безусловно, потому что у меня уже практически во всех городах, где я приезжаю не первый раз, у меня очень хорошие организаторы, и я работаю именно с ними. Вот. Так, в Днепропетровске, в арт-квартире, и в Киеве, и в Одессе, и в других городах. А настав час для останньої пісні у тебе, що ти підготувала пісню гурту «Скрябін», так? Угу. У лютому планувався концерт, юбілейний концерт гурту «Скрябін», але через трагедію з Андрієм Кузьменко цей концерт хотіли скасувати, але музиканти зібралися і вирішили зробити кавер-вечір. У твоєму доробку також є кавер на пісню Кузьми, давай її послухаємо. Що помовчати, а ми ще маємо про що полежати, як світло проб'ється через наші штори, ми знову з тобою, як всі заговоримо, а поки ще темно є в нашій кімнаті, давай з тобою будемо просто.